По-моему, здесь проход есть. А это что? Сейчас посмотрим. В газету завернуто. Тяжелые. Ого. Вот это да. Ты посмотри. Ничего себе. С ума сойти. Да, я уже лечу. Я лечу, обгоняя собственную тень. Да, да, мату в пробке, как обычно. Хорошо. Умысла присвоить найденное не имел. Не имел. Не хотел портить себе карму. Это как? Ну, там на этих драгоценностях столько, наверное, крови. Я хочу спокойно спать по ночам. Распишитесь. Спасибо, можете идти. Спасибо вам. До свидания. Вам спасибо. До свидания. Мы вам позвоним. До свидания. Всего доброго. До свидания. До свидания. Ну, что скажешь? 5 миллионов, не меньше. Хотя тут и за неделю не разобрать. 5 миллионов рублей? Евро. Евро! Да ладно тебе. Вот. Посмотри. Что видишь? Любимый Алоизи в день свадьбы. Брошь. Старая. А надпись? Середина 20 века. Алоизи. Алоиза. Редкое имя. Да, никогда такого не встречал. А я встречал. Давай посмотрим. Ну вот. Дело в убийстве Лоизы Анатольевны Светловой по мужу Велимировой. Ну и память у вас, Иннокентий Петрович. Не дай бог, Алеша, тебе такой памяти. Это единственное в моей практике дело, где человек погиб. И, возможно, по моей ошибке. Тамара Русакова. Точно. Женщина во всем призналась. Ее показания не соответствовали картине событий, но на нас надавили из обкома, и мы взяли ее под стражу. Вот здесь, распишитесь. Вообще, она очень странно себя вела. Пообещала показать место, где спрятаны сокровища. Какой там? 3111. И не показала. Почему? Спасибо. На следующий день она повесилась в камере. Подожди. Третьего августа. Ну, и что видишь? Ну, правда. Вот 5 августа. Суббота. Стоп. А наша подозреваемая повесилась 3 августа в четверг. Выходит, клад зарыли через 2 дня после смерти. Значит, был соучастник. Или? Или убийца кто-то другой. Вот это нестыковочка. Это не нестыковочка. Это вновь открывшиеся обстоятельства. Дело надо возобновлять. А почему тогда убийца не забрал шкатулку? А вот это мы у него спросим. Если поймаем, конечно.
А что, есть идеи? Тебе что-нибудь говорит фамилия Русакова? Русакова. Угу. Вера Русакова. Известная телеведущая программы этой, «Светские хроники». Точно, Вера Русакова. Угу. Вы хотите сказать, что она может быть дочкой Тамары Русаковой? Вера Русакова? Угу. А это что? А это, Алёша, в военное время называлось дезинформацией. Где телевидение, знаешь? Все. Спасибо. Не за что. Вера, ты прекрасна, спору нет. Подлизываешься. Значит, что-то не так. Что это такое? Это подводка для рубрики «Мире тайны загадок». Мы поменяли сюжет, возьми. Блин, кто так делает в последнюю минуту? Послушай, Вера, не кипятись. Это дело государственной важности. Из прокуратуры звонили. Ну, ты хоть из небесной канцелярии. Я не могу шарашить тупо текст с листа. Мы еще в прошлый раз договорились так не делать. Знаешь, это непрофессионально. У нас разные представления о профессионализме. Послушай, текст нормальный. Я его проверял. Ну, Верочка, ну послушай, ну, Вера. Тем более у нас прайм-тайм, рейтинг, твоя популярность. Верочка, ну... Сколько? 30 секунд. Все, в последний раз, чтобы глаза мои больше вас не видели. Последний. Да. Все. Все, готово. Да, спасибо. Лучшие друзья девушек – это бриллианты. С этим трудно поспорить. Всегда в цене, всегда в центре внимания. А сколько нераскрытых тайн до сих пор кроется за этими сокровищами? В нашей программе мы расскажем одну давнюю бриллиантовую историю. 20 лет назад из-за коллекции фамильных драгоценностей была убита вдова известного советского дипломата Владимира Ивановича Велимирова. Драгоценности до сих пор не найдены. По оценкам специалистов, на сегодняшний день коллекция убитой Алоизы Анатольевны Светловой... Вера, по оценкам специалистов на сегодняшний день... Она точно что-то знает. Услышала знакомую фамилию из детства. Ребята заступили? Да, уже час как на месте. Знатоки утверждают, что драгоценности не покидали страну. И у поисковой группы есть все шансы на успех. Не переключайтесь. Алло. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Царь велел тебя повесить, но царица не дала и повесила царя. Алло.
Боже мой, господи, боже мой, вы живы? Жив. Да что, голова болит? Голова и шея. Так, голова и шея, встать можете, нет? Попробую. Давайте. А! Что, плохо? Плохо. Давайте в больницу поедем, а? Давайте встать попробуем. Фух, вы как? Нормально. Вова. Вера, поедемте все-таки в больницу. Вера, поедемте кофе пить. Будем считать, что ничего не произошло. Господи, поехали. Вы простите меня, ничего, пожалуйста. Проходите, садитесь в машину. Ага. Слушайте, извините, я просто всегда так спешу, а вы выскочили тут и... Простите, ради бога, вы нормально? Отлично. Вы где предпочитаете сидеть? Да, где угодно. Чтоб не спиной к выходу, да? Спасибо. Извините. Все. Простите, что напросился. Да нет, что вы, это вы меня простите. А я за что? А за то, что я вас сбила. Ну, это неудивительно. Вы сногсшибательная женщина. Добрый день. Здравствуйте. Добрый день. Чего желаете? Кофе. Кофе. Двойной. Двойной. Два. Хорошо. Два. Простите. Чем вы занимаетесь? Я живу. Живу рядом с вами. Правда? Правда. В доме напротив. А в свободное от этого время немного работаю. И? А. Арт-директор нескольких ночных клубов. Ага. Не похож? Извините, ради бога. Угу. Да. Да, я... Я в пробке. Да, не волнуйся, скоро буду. Да, хорошо. Угу. Сахар? Прямой эфир. Извините, пожалуйста, я должна бежать. Понимаю. Что? Что случилось? Что случилось? Принесите льда, пожалуйста! Что случилось? Голова? Спасибо. Голова чуть-чуть. Давайте отвезу вас в больницу. Нет, не надо в больницу. Ну... Сейчас. Ну что, может, чем-то помочь, что-то сделать? Ну что? Скажите. Напишите мне, пожалуйста, свой телефон. Я вам сегодня вечером позвоню, скажу, как я себя чувствую. Незамысловат. Вер, от вас просто ничего не утаишь. Да, уж. Вера, пожалуйста, я просто очень хочу вас еще раз увидеть. Нет. Вера, пожалуйста. Это шантаж. Вера, это судьба. Ну, хорошо, хорошо. Труба зовет? Да. Вот. Приятно было познакомиться. Взаимно. И простите еще Конечно. Раз. Конечно. Всего доброго. Да, я слушаю. Да. Вера, зайди на минутку. Вот. Верочка, позволь тебе представить. Здравствуйте. Лилиана Павлоцкая, Международный отдел информационного агентства. Очень приятно, очень приятно. Ну, нашу Верочку тебе особо представлять не надо. Не надо. Да. У Лили к тебе деловое предложение. И скажу сразу, оно мне очень нравится. Вот. Я... Отлучусь. Спасибо, увидимся. Мы с Сашей давно знакомы. Простите, ради бога. Нет, нет, ничего. Простите. Я на самом деле надолго не задержу. Просто хотелось, так сказать, воспользоваться старыми связями и предложить вам тему для передачи. Угу. А вы журналистка? И я, и муж. Недавно только вернулись из-за рубежа. Работали с обкорами. Понятно. А что за тема? Да. Сразу к делу. Я хочу предложить вам сделать... Материал о докторе Германе. Слышали о таком? Нет. Он психолог. Уникальный специалист совершенно в своем роде. Светило и за рубежом известный. Кстати, недавно совершенно случайно узнала, что парламентариев наших консультирует. Так вот, просто
Мне интересно, что в основе его успеха лежит какая-то романтическая история с трагическим подтекстом. Хотелось бы покопаться. Ну что ж, может быть интересно, но нужны факты. Беру на себя. Рассказанные добровольно. Естественно. Мы с мужем записались к нему на групповой тренинг. Ну, знаете, может быть… Да что ж такое? Простите, ради бога. Неважно. Просто мне кажется, как раз в этой среде будет самая необходимая информация. Собирайте информацию, сделаем сюжет. Хорошо? Хорошо, спасибо большое. Спасибо большое. И еще, Вера, хорошо было бы сделать с доктором интервью. Но, как вы понимаете, ни я, ни мой муж этого сделать не можем, чтобы себя не рассекретить. Вот если бы это сделали вы, было бы замечательно. Кстати, тоже недавно читала интервью, сделанное вами с мэром города. По-моему, блестяще. Спасибо. Ну, вообще, это может сделать любой журналист из редакции. Ну, хорошо, я подумаю. Вот, на всякий случай его визитка. На всякий случай я перезвоню. Спасибо. Всего доброго. Спасибо, до свидания. Здравствуйте, это Владимир. Вы меня помните? Да, Володь, конечно, помню. Вер, сегодня утром вы меня кофе угостили. Ну, а теперь я хотел бы вас пригласить поужинать. Если вы, конечно, не против. Хорошо. Хорошо, куда? Ничего. Я тут. Вер, у вас лицо человека, которому необходимо срочно выпить. А? Да. Хорошо, не помешает. Какое вино вы предпочитаете? Виски. Лучше виски. Виски. Со льдом? Да, со льдом, пожалуйста. Фух. Ну что? Что? У вас что-то случилось? Лучше расскажите о себе. Ладно? О себе? Спасибо. Вы нет? За рулем. Ваше здоровье. Ну, что рассказать? Я творческий человек. Угу. И для меня язык тела говорит гораздо больше, чем слова. Вот, например, то, как вы двигаетесь, ваши руки, ваши глаза. Это мне о многом говорит. О чем же? Ну, во-первых, вы дико взволнованы, хотя я совершенно не понимаю, почему. Вы такая эффектная девушка, и волноваться больше должен я. А во-вторых, мысленно, вы очень далеко отсюда. У меня к вам старомодная просьба. Я весь внимание. Проводите меня сегодня домой, пожалуйста. Конечно. Но не раньше, чем вы закончите вот с этим. Все очень волнуются. Режиссер, все, камера, мотор. Вот. И медведь встает, он начинает делать вот так. Нужен цирковой, понимаешь? Этот подъезд. Спасибо, вы мне сегодня очень сильно помогли. Да нет проблем. А что, чаем не угостите?
Нет, как-нибудь в другой раз. Ловлю на слове. Ну, я вам позвоню, хорошо? Хорошо. Правительственный, а свет тоже пропадает. Нравится тебе это? Красиво. Ну, знай, здесь не драгоценности. А что? Здесь человеческое безумие. Поэтому в шкатулку нужно заглядывать как можно реже. Я не понимаю. Много-много столетий, а в общем всегда. Люди убивали друг друга из-за бриллиантов. Поэтому, когда ты открываешь шкатулку, знай, рядом стоит Станислав. Да? Здравствуйте, я Вера Русакова. Я вам звонила. Очень приятно, Вера. Очень приятно. Пойдемте. Пойдемте. Что вас интересует конкретно? Наша передача будет посвящена вопросам детской психологии. Ну, вот какой-то такой предварительный разговор, без камеры. И что же именно вас интересует, без камеры? Ну, скажем, от чего может заболеть подросток, если в роду все были здоровы? Психические расстройства детей могут быть как генетическими, так и травматическими или посттравматическими. Вот, пожалуйста, поподробнее о том, какие стрессы могут так сильно повлиять на психику ребенка. Ну, это может произойти, например, в случае инцеста. Или если подросток стал свидетелем чего-то, что не укладывается в систему его понятий. Пойдемте. Да. Прошу. Спасибо. Садитесь. Да. И как это лечить потом? Что именно? Ну, последствия. А? Последствия травмы. Послушайте, я вас прекрасно понимаю. Не просто сразу признаться в том, что вас само что-то беспокоит. Я вам смогу помочь, если вы перестанете притворяться и будете со мной откровенны.
Это надо выпить залпом прямо сейчас. А это мы пока выключим. Пейте. Коньяк включен в общий счет. Хотя, если честно, я больше люблю передачи про животных. Но мне было бы очень неприятно, если бы с телеэкранов исчезло ваше милое лицо. Хотя бы на время. Так что давайте. Рассказывайте. Хорошо. Когда мне было 8 лет, в доме, где я жила, была убита женщина. Пожилая женщина, она давала мне уроки английского языка. В убийстве обвинили мою мать. Она призналась в том, что совершила убийство и что украла драгоценности, которые принадлежали этой женщине. Маму арестовали. На следующий день в камере она повесилась. Я попала в интернат, меня лечили гипнозом, снимали последствия шока и блокировали часть памяти. Но через какое-то время начались какие-то кошмары, видения. Иногда я видела наяву то, чего со мной в жизни никогда не было. Скажите мне, пожалуйста, с этими кошмарами, видениями врачи в интернате как-то боролись? Да, мы... Знаете, с доктором договорились. Я записывала все, что видела в тетрадь, и потом мы разбирали написанное. Приступы на какое-то время проходили. Благодаря этому я так хорошо научилась писать, что через годы без труда попала в журналистику. Я могу пообщаться с вашим лечащим врачом? Нет, к сожалению, он умер. А при капремонте в интернате моей медицинской карточки не сохранилось. Я правильно понимаю, что теперь... Эти кошмары возобновились. Мне кажется, меня преследует какая-то женщина. Я вижу ее абсолютно реально. Ну хорошо, мы к ней еще вернемся. Помимо этой женщины, что-то еще вас беспокоит? Я вижу моменты из детства. Не знаю, вспоминаю то, чего со мной никогда не было очень четко. Может, мне все это кажется. Расскажите мне первое, что приходит в голову. Любое воспоминание из детства, прямо сейчас. Мои тети из Парижа вот такие. Вырез и короткая юбка. Ты что, была в Париже? Нет. Смотри, наша малахольная идет. Ты какие книжки в детстве любила читать? Слушай, я свое детство очень плохо помню. И вообще как-то, честно говоря, вспоминать не очень хочется. Ладно? Ладно. А родители чем занимаются? Вер. Слушай, посмотри, пожалуйста, на ту сторону дороги. Посмотри, видишь? Кого? Женщину в черной шляпе, видишь? На той стороне дороги. Нет. Ну как нет? Вон она стоит. Ну вон она стоит, я ее четко вижу, посмотри. Вера. Вера. На меня посмотри сейчас. Значит так, сейчас успокоились. Считаем на трех и вместе смотрим. Хорошо? Поехали. Раз, два, три.
три. Стоит? Нет. Значит так. Спрашиваю, как искренний друг. Моя помощь нужна? Ты знаешь, наверное, нужна. Мне нужен человек, который будет сопровождать меня на психологический тренинг. Можно тебя об этом попросить? Да. Просто это может занять довольно много времени. Да. 28 часов в сутки, я полностью твой. Спасибо. Вот дом, где произошло убийство Алоизы Велимировой. Здесь же квартира Русаковых. Здесь нашли клад, там же наши ребята. А вот я отметил входы в подземную систему. А здесь почему перечеркнуто? А в 90-м году здесь тоже был вход, но потом его закрыли, когда строили метро. Иннокентий Петрович, может быть, снимем наблюдение с туннеля и приставим к Вере Русаковой? Нет, Алеша. Наблюдение снимать мы не будем. Добрый вечер. Рада видеть. Здрасте. Вы все-таки решились взять интервью? Не совсем. Владимир. Лилиана, очень приятно. Очень рад. Это мой супруг Анатолий. Вера. Очень приятно. Так необычно видеть вас живой. Толик. В смысле, так сказать, не в телевизоре. Извините. Видимо, Вера. Не самое удачное Вера. Время. Как хорошо, что вы пришли, Вера. Пойдемте. Прошу всех в зал. Да. Как раз первый занятие в этой группе. Сегодняшнюю нашу встречу мы посвятим знакомству. Каждый из вас может представиться и рассказать о себе только то, что сочтет нужным. Прошу вас. Привет, меня зовут Владимир, я работаю в шоу-бизнесе. Меня зовут Зоя, я недавно приехала в этот город, хотелось бы начать новую жизнь. Ну, собственно, и все. Я Алина, работаю в торговле. Хочу начать свой собственный бизнес, и чтобы он был успешный. Да, и много хотелось бы забыть в прошлом. Лилиана, можно Лили? Меня мучают ночные кошмары. Иногда путаю, где сон, где реальность. Хотелось бы четче провести границу. Анатолий, можно просто Анатолий. Все надоело. Просто все надоело. Меня зовут Владислава. Скажем так, я бы хотела избавиться от зависимости. Вот. Я Вера. У меня, похоже, с Лилианой проблема. Пока все. Ну вот, мы все и познакомились. Сегодня мы будем художниками. Я предлагаю вам нарисовать предмет или образ, с которым связаны самые неприятные воспоминания детства. Подчеркиваю, самые неприятные. Думаю, долго голову ломать вам не придется. Каждый из нас тащит за собой такие штуки всю свою жизнь. Так что рисуйте и получайте удовольствие.
Ты обедала? Я же просила, разогрей и поешь. Что в школе? Кто это сделал? Почему ты работаешь с дворником? Что? Зачем ты меня вообще родила? Кто тебя обидел? Ты меня обидела. Понимаешь? Не понимаешь. Что ты можешь вообще понять со своей метлой? Так. Прекрати истерику. И перестань рисовать, когда мать с тобой разговаривает. Я кому сказала? Иди сюда. Иди. На. Читай. Что это? Диплом, астрономический факультет. Мат, ты чего, звездочет? Звездочет. Но пока работаю дворником. Как Виктор Цой? Как Виктор Цой. В стране звездочеты не нужны. Нужны дворники. Я работаю. Понимаешь? У нас есть угол. Нам есть где жить. И все это благодаря вот этой вот метле. Ты поймешь это. Потом, со временем. Твой отец не полярник. И не летчик. И не погиб. Как я тебе говорила. Я просто не смогла с ним жить. Мамочка. Все. Хватит. Этим мажором мы еще покажем. Знаешь что? Знаешь, что придумала? Я пойду сейчас к Лоизе. В 31-ю квартиру. Она давно просила меня убирать у нее. Так вот, я денег с нее брать не буду. Я попрошу, чтобы она с тобой занималась. Я не хочу, чтобы ты ей прислуживал. Еще чего не хватает. Как узнают? И пусть узнают. Ты, главное, учись. И все у тебя будет. Все. Чей первый рисунок? Это мой. Ваш комментарий? Когда я был маленьким, у нас во дворе была вот такая вот вредная дворничиха. Она не давала нам гулять допоздна и родителям закладывала. Прекрасно, Владимир. Это чье? Это я. Когда я была маленькой девочкой, у нас был во дворе такой старый палисадник. Я очень его боялась. Понятно. А это что творчество? Это мое. Можно я сейчас пока не буду комментировать? Конечно. Так, чья красавица? Моя. Рассказывайте, Алина. Это Баба-Яга.
Меня в детстве и пугали. Очень страшная баба-яга. Ага. А чей Цой? Мое. Старуха очень боялась в детстве. Мама все время пугала, что если плохо себя вести будет, она меня вот такой вот старухе отдаст. Какое-то у нас сборище старух получается. Вот еще одна. Чья бабушка? А, моя бабушка. Я когда была маленькая, мне говорили, если спать не буду, придет вот такая тетка в шляпе и меня заберет. Кошмар. Ну, а это, я так понимаю, рисунок Анатолия? Да, мой. В детстве... Что-то случилось? Вера? Вера, все в порядке? Глотни. Нет, спасибо. Вера, все в порядке? Все нормально. Голова закружилась немного. Вера, все нормально? Угу. Может, в больницу? Что-то да. Более серьезное. Владимир! Здрасте. Здрасте. Я украду вас, Веру. А, пожалуйста. Только ненадолго. Сами понимаете, куда же без Веры. Вер, я тебя жду. Почему вы бежали? Не знаю, мне кажется, что эти люди как-то враждебно ко мне настроены. А потом, вы знаете, на рисунке, посмотрите, петля, метла. Это про маму, так? А старуха, вот, а старуха – это Алоиза. Послушайте, Вера, а вы давно знаете Владимира? Нет, а что? У вас роман? Почему я должна отвечать на все эти вопросы? Вера, фрагменты ваших реальных воспоминаний теперь прорываются в ваших видениях. Неизвестно, как будет происходить этот процесс дальше. В каком смысле? В прямом. Вы можете совершать поступки, о которых не будете помнить. Поэтому очень важно, чтобы рядом с вами был человек, близкий вам. Кроме Володи сейчас нет такого. В таком случае я предлагаю вам лечь ко мне в клинику на время. Сказать, что я сумасшедшая. Я хочу сказать, что тот шлюз памяти, который вам так плохо установили в детстве, дает течь. Если он прорвется, в общем, этот процесс нужно контролировать. Как? Подобное лечится подобным. То есть гипнозом. Я подумаю. Думайте только быстрее и сразу мне позвоните. В любое время. Хорошо. Предлагаю поехать в клуб, где я работаю. Не получится. Почему? Мне нужно побыть одной, понимаешь? Конечно. Хочешь, я тебя до дома провожу? Нет, Володь, давай в другой раз. Давай.
Пора рассчитываться. О, как! Че я хочу? Дай-ка подумать. Что ж мне хочется от моей золотой рыбки? Мне теперь понадобятся деньги. Много денег. Потому что радостного и светлого детства без говна ты мне все равно не вернешь. Так же, как и мужика моего. Нет, стоп. Ждать я ничего не буду. Не хочу больше ломать эту комедию. Угу. Послушай, ты не морочь мне в голову. Выбирай либо деньги, либо тайны. Алло. Мразь какая, а? Алло. Привет. Узнала? Нет, кто это? Подружка по психушке. Алина. Откуда вы знаете мой телефон? Я тебе столько знаю. Гораздо больше, чем ты о себе. Ну, если не притворяешься, конечно. Могу поделиться информацией о твоем детстве. Вот только на взаимовыгодных условиях. Какой информацией? Что вы хотите от меня? Не-не-не, а вот это не по телефону. Приезжай. Алло, ты здесь? Да ладно, приезжай. Вылечи лучше нашего доктора. Алина? Алина, вы дома? Алина? Вера, а вы что здесь делаете? А мне Алина позвонила, попросила приехать. Что-то там у нее случилось? Что с вами?
Сейчас, подождите, подождите. В милицию надо звонить. Как вы вошли? А? Дверь открыта была. Я вошла, а она уже тут лежала мертвая. Я сейчас, я подождите, позвоню. Не надо. Вы что, с ума сошли? Это же убийство. Вот именно. И я вас нашла на месте преступления. Это не я. Вера, я верю. Но вот следствие. Как решит следствие? Вот вопрос, правда? Известную телеведущую, которая ходит к психологу, застает на месте убийства другой пациентки, того же психолога. И тут еще одна приходит. Просто картина маслом. Вы чего хотите, Вера? Допросы с пристрастием на всю ночь? Очных ставок, может быть? Машину с мигалками ждете? Они перетрясут всю нашу жизнь, Вера. Вас кто-нибудь видел? Нет. А вы кого-нибудь видели? Нет, кажется. Вот и прекрасно. Пойдемте отсюда. Нет. Нет, это противозаконно, это преступление. Ну, пойдемте отсюда. Мы же ничего не делали с вами, правильно? Пойдемте, пойдемте. Послушайте. Нам надо договориться. Мы с вами сегодня не встречались, и у Алины не виделись. Но в милиции сразу определяют, что она звонила, поэтому будем говорить, да, звонила. Но мы не приехали, ясно? Ясно. Ясно. Интересно, кому она еще звонила, кроме нас? Вера, помните о нашем разговоре? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Царь велел тебя повесить, но царица не дала и повесила царя! Станислав, доброй ночи. Это Вера Русакова. Простите, что поздно, просто вы сказали, что я могу звонить в любое время. У вас что-то случилось? Случилось. Что? Говорите. Послушайте, вы были правы. Я куда-то вываливаюсь из реальности. Я то помню, что со мной было, то не помню. Но имя-то свое вы пока помните? Помню. Так. А домашний адрес? Адрес? Гоголя, 15. 15. Квартира? 10. Доброй ночи. Доброй ночи. Здравствуйте. Спасибо, что приехали. И простите еще раз за поздний звонок. Кофе? Да? Да-да, спасибо. Проходите, садитесь, пожалуйста. Вы включите сегодняшний приезд как-то в счет оплаты? Включу, включу. Пожалуйста. Спасибо. Ложку есть. Ну, рассказывайте.
кто-то меня преследует. Кто-то... Я, судя по всему, не могу вспомнить кто-то из прошлого. Вы мне верите? Верю. Пойдемте. Пойдемте, покажу, пойдемте. Видите? Вон там на асфальте рисунок. Это рисунок из моего детства. Кто-то специально его сюда разместил, чтобы я его видела. И это не паранойя. Скажите, а этот вот кто-то, кто рисовал рисунок, он как-то еще себя проявлял? Этого я не могу вам сказать. Угу. Ну а зачем нужно было вызывать меня среди ночи? Можно было помолчать. Самостоятельно. Послушайте, я попала в какую-то чудовищную историю. Я понимаю, что это связано как-то с прошлым. Мне просто нужно все вспомнить как можно скорее. Извините. Да ничего, ничего. У вас сейчас кофе сбежит. Последнее вы помните перед тем, как оказались в интернате? Я шла к Алоизе заниматься английским. Лестница, коридор. Все, дальше интернат. Мне сказали, что Алоизу убили, мамы нет. Единственное, что мне от нее осталось, это записка. С тех пор вы были там, у себя дома? Была. После интерната была. А у Алоизы? Хотела подняться, но не смогла. Куда положить? Простите. Так. Садитесь на диван. Садитесь, садитесь. Можно? Угу. А теперь ложитесь. Давайте, давайте. Сейчас вы заснете, а когда проснетесь, мы с вами поедем на вашу историческую родину, поднимемся к Алоизе. Я не засну сейчас. Лягте. На счет три вы закроете глаза и заснете. Один. Два. Три. Я заеду к подруге. Да нет, спасибо. Мне надо все хорошо. Вер, у меня к тебе есть серьезный разговор. Давай встретимся. Слушай, давай не сегодня. Ладно.
тогда пойдем вечером в ресторан. Ну хорошо. Ровно в 7 я за тобой заеду. Договорились. Пока. Пока. Поедешь по этому адресу. Угу. Это интернат, в который поместили Веру Русакову. Мне нужно знать, как и от чего ее лечили. Ну как от чего? Снимали последствия травмы. Ведь это она нашла труп Алоизы. Ну да. Или вы думаете, у нее были какие-то отклонения? Ну вот смотри. Девочка росла белой вороной. Ее все время угнетали сверстники. Элитный дом. И дочка дворнички. Значит, версия – психические отклонения у Веры. Так точно. Девочка убивает в состоянии аффекта, а ее мама берет вину на себя. Вы меня простите, Иннокентий Петрович, но мне кажется, что это полный бред. Но это всего лишь версия. Ну а почему ее не отрабатывали раньше? Ну, во-первых, мать признала вину. Во-вторых, я тебе рассказывал, давили из обкома и нужно было срочно закрыть дело. А в-третьих? А в-третьих, это мое личное дело. Как-нибудь зайди, я там кое-какие вещички для твоей девочки отворола. Лилечка у меня так быстро растет. У нас все есть. Ну, как знаешь. Говорят, ты у Алоизы прибираешься. Так ты и ко мне заходи. Нет, по квартирам не хожу. Для Алоизы исключение сделала. Ну, я тебя очень хорошо понимаю. Говорят, старуха, она богатая. Да и наследников вроде бы не наблюдается. Пойдем. Наконец-то, здравствуйте. Я уже уходить собралась. 10 утра вас жду. Не знала, что вы будете женой. Проходите, проходите. Спасибо. Пожалуйста. Проходите, проходите. Вы мне только точно скажите. Вы твердо намерены покупать? Послушайте, ну дайте сначала посмотреть квартиру. Ну, конечно, конечно. Вы не смотрите, что тут ремонт. Прежние хозяева начали делать. Но потом, сами понимаете, начался кризис, и они решили продать. Кто здесь жил в последнее время? Раньше здесь жили семьи дипломатов и партийной верхушки. Но потом, сами понимаете, но эта квартира стояла закрытой. А ведь здесь произошло убийство. Я об этом ничего не знаю. Но мы можем договориться о скидке. Даже если это и так, то... Ух ты! Это Париж? Париж. У тебя все еще впереди. Уж поверь мне, главное – долго не раскачиваться и ни от кого не зависеть.
Вот я многое повидала благодаря мужу. Как сейчас говорят, вышла удачно замуж. А ведь была лучшей переводчицей в дипкорпусе. Мечтала переводить Бодлера, Аполлинера, Элюара. И у меня получалось. Но муж сказал нет. Правда? Угу. Я всю жизнь была при нем. Потому что любила его. Может, и рано я тебе все это говорю, но до того времени, пока ты повзрослеешь, я ведь могу не дожить. У вас с мамой все будет хорошо, а этот дом всего лишь перевалочный пункт. О, этот дом, то, от чего я бежала всю жизнь. Он как улей напичкан завистливыми трутнями. Слышишь? Алоиза Анатольевна, это тут жужжит. Молодец. А вы с мамой другие. И всегда будете другими. И будет время, когда все они придут к тебе на поклон. Я так не думаю. Вот увидишь. Но до этого будут жалить, пока не выработаешь противоядие. А как его выработать? Давай. Быть умнее, быть выше, быть добрее, быть сильнее, быть порядочнее. Давай другую. А тут так. Научиться терпеть, верить, любить, прощать и сопротивляться. Хорошо, мы до завтра подумаем. Думайте, конечно. Но имейте в виду, у агентства еще 3 просмотра на эту квартиру. Извините. Не уверена. Вы вспомнили, как убивали Лоизу? Нож? Я вспомнила руки, мои руки, они были в крови. Вера, руки в крови еще не означает, что вы убийца. Что-нибудь еще? Все. Послушайте, Вер, лучше всего вам понаблюдаться у меня в клинике. Без этого как-то можно обойтись? Можно. Но вы сами подвергаете себя опасности. Я не могу быть с вами постоянно. Вашему Владимиру я не доверяю. Для обращения в милицию у нас нет ничего, кроме рисунка на асфальте. В клинике вы, по крайней мере, будете защищены от людей извне. И мы спокойно сможем снять блокаду памяти гипнозом. Я могу подумать. До завтра. Конечно. Приходите завтра на тренинг. После него мы останемся и все решим. Идет? Идет. Я торговый агент. Ножи продаю. Вот. Хожу по квартирам, звоню в двери. В эту вот позвонил. Смотрю, не заперто, но я и зашел сказать хозяевам, что дверь открыта. Ну, заодно и товар предложить, честное слово. Я зашел, увидел ее,
Ну и сразу в милицию позвонил. Ну и правильно сделали, что позвонили. Вы не волнуйтесь. Угу. А вы раньше с этой девушкой не встречались? Нет. Я же говорю, я первый раз в этом районе. Алексей, пусть запишет показания. Хорошо, пройдемте. Ну, что скажешь? Да есть некоторые странности. Двойная стрингуляционная борозда на шее, нечеткий след, ну, как бы двойной. Будто она дважды вешалась, получается. Думаешь, помогли? Скорее всего. Но точно в лаборатории. Это туда, в пакетик. Спасибо. Вот здесь. Алексей! Да. Спасибо. Психологический тренинг доктора Германа. Неделю назад оплачено. Вот и найди этого доктора Германа. Он наверняка знает, какие у него были проблемы. Понял. Оп. Привет. Так. Ровно 7, как договаривались. Ну, проходи. Слушай, я... Правда, у меня вообще вылетело из головы и какое-то непрогулочное настроение. Угу. Вера, иногда лучший способ о чем-то вспомнить – это на время об этом забыть. Я предлагаю тебе вспомнить о том, что ты красивая женщина. Когда ты в последний раз надевала вечернее платье? Помнишь? Ну нет, не помню. Даю тебе 15 минут. Приятно быть знаменитой. Да, до известного предела. За беспредел? За беспредел. Вера. Да. А знаешь что? Что? А давай заново знакомиться. Как это? А вот так. Вова. Вера. Привет, Вера. Привет, Вова. Расскажи-ка мне о себе. Нет, ты о себе. Эники-беники ели вареники, эники-беники бац. Нет, от калитки до ворот все идет наоборот, бац. Ты рассказывай, где ты родился? Хорошо. Я родился под счастливой звездой. И знаешь почему? Почему? Потому что однажды меня сбила с ног прекрасная нимфа. Так уж и нимфа. Мы сейчас это проверим. Все нимфы любили танцевать? Нет. Пожалуйста. А ты знаешь историю про прекрасную нимфу и древнегреческого бога? Нет. Однажды один древнегреческий бог, назовем его условно Аполлон, увидел, как у ручья купается прекрасная нимфа, и решил с ней возлежать. Что? Возлежать. Но выбрал очень неудачное место. Храм Афины. Афина прогневалась и превратила прекрасную нимфу в страшную медузу Горгону. Что случилось? Прости, сейчас. Вера! Вер! Простите. Осторожно. Вера! Вер! Вер! Вера! Вера!
Пожалуйста. Алина ничем особенным не выделялась. И я не стал бы охарактеризовывать ее состояние как гипердепрессивное. Да, у нее были проблемы личного характера, от нее недавно ушел муж. Но тем не менее, в целом, она не производила впечатления человека, который стоит у последней черты. А как и чем вы лечите на ваших тренингах? Люди собираются в группу и, по сути, сами пытаются решить свои проблемы. Ну, разумеется, под моим руководством. Через обсуждение, игру, рисование, ну и тому подобное. Сейчас у меня 3 таких группы. А группа, в которую ходила Алина, когда была сформирована? 5 дней тому назад. Вы знаете, я даже не собирался набирать эту группу, но так получилось, что буквально за пару дней ко мне обратилось сразу 6 человек с похожими проблемами из детства, и пришлось срочно объединить их в один тренинг. Понимаю. Да. Распишитесь вот здесь. С моих слов записано верно. Пожалуйста. Спасибо. Не за что. Если что, я вам еще позвоню. Да, конечно. Простите, вы Вера Русакова? Да, что? Скажите, а вы тоже участвуете в тренингах доктора Германа? Да, участвую. А чего вы так испугались? Нет, я просто пишу очень, извините. Не смею задерживать. Пожалуйста. Вера, прости меня, я наговорил вчера много глупостей. Отстань. Вера, ты не брала трубку. Если моя помощь тебе больше не нужна, я исчезну из твоей Отстань жизни. Отстань от меня, я не понимаю, кто-то, что тебе от меня нужно. Вера, мне ничего от тебя не нужно, я люблю тебя! Вы слышали уже? Такая нелепость. Молодая, красивая, покончила с собой. Покончила с собой? Так вы не знаете? Алину нашли в своей квартире с петлей на шее. С петлей? Да, да, с петлей. Какой-то топтун из сетевого маркетинга. Зашел, ножи хотел продать, а она висит. Ужасно. Как бы теперь это все на нашего доктора не свалили? Никогда бы не подумала, что она такая впечатлительная. Да не могла она сама. Почему не могла сама? Она мне звонила вчера. Правда? Угу. И что же говорила? Боже, как мне все надоело. А что это тебе надоело? Тебе сказать, да, что надоело? Пожалуйста, прекратить. Я так понимаю, занятий сегодня не будет, наверное. Подойдите, пожалуйста. Все вы знаете, что произошло. Напоминаю вам, что наше занятие добровольное. И что если кто-то хочет прерваться, то может сказать об этом прямо сейчас. Послушайте, это все, конечно, очень печально, но Алина ушла, это ее решение. И я не думаю, что мы должны прерывать наше занятие. Поддерживали Лиану. А если бы Алина раньше пришла к доктору Герману, я уверена, она бы не совершила того, что совершила. Согласен. Вера, Влада.
Давайте продолжать. Ну что, может, начнем уже наконец, а? Пойдемте. Знаете, кого я там встретил? Ну, удивляй. Нашу Веру Усакову. Да ты что? Она ходит в одну и ту же группу, в которую ходила погибшая Алина Аскольдова. Угу. А вот это... Это что? Ответ из специнтерната. Ее лечили гипнозом, заблокировали ей часть памяти, воспоминания о том, что она видела на месте преступления. Она вполне могла быть причастной к убийству Алоизы. Но сейчас... ничего не помнит. И вот вам причина, по которой за шкатулкой никто не пришел. Угу. Если убийца или сообщник Вера, то она просто не помнит, куда спрятала шкатулку. И чтобы восстановить память, пошла на тренинг? Да. Итак, обсудим наши детские потери. Вера, вы готовы? Что это? Это кольцо. Мне его подарила в детстве соседка. Она была очень добра ко мне. Колечко с каким-то камушком? Да, розовый такой маленький камушек. Я его даже на ночь не снимала, а потом у меня его отняли. Кто отнял? Не помню. Хорошо. Владимир. Шляпа в огне – это какая-то аллегория? Нет. Это вполне реальная шляпа. Мамина. Очень мне нравилась. Однажды я взял ее во двор поиграть с ребятами в мушкетеров. Ребята сказали, что мушкетеры не ходят в бабских шляпах, и бросили ее в костер. Я очень ревел. Понятно. Зоя? Это шкатулка. В детстве, наверное, вы потеряли целое состояние. О, не говорите. У меня была шкатулка, полная пластмассовых бус, ну, всякое там игрушечное дребедение. Вот однажды я ее оставила на улице, а когда вернулась за ней утром, ее уже не было. Что у вас? Нож? Да. Я купил его у одного парня на рынке. Он мне очень нравился. Я чувствовал себя с ним безопасно. Потом его потерял. Это было неприятно. Возьмите. Владислава? А это Алина. Вот кого мы действительно потеряли. Мы тут все комедию ломаем, что ничего не произошло. Наши детские потери, о, как серьезно. А мы все потеряли. Мы вообще все потеряли. Все. Влад, успокойся. Отвали. Владислава. Влада. Уйди. Вера. Вера! Вера, успокойтесь! Вер! Кто эти люди? Кто эти люди? Я вас спрашиваю, отвечайте мне! Вы не видите, они меня преследуют! Вер! А может, вы с ними заодно, а? Откуда я знаю, что могу вам доверять? Отойдите от меня! Мне такая помощь не нужна. Вера! Вер! О,
Чё? Чё ты улыбишься? Хочешь знать, о чем мы с Алиной говорили? Не сяду я к тебе в машину, даже не думай! Если хочешь, пойдем поговорим в кафе. Вон туда. Ну, привет. Привет. Она точно не придет? Нет. Она же дежурит. А. Как ты думаешь, а будет толк от всего этого? Ну, Лили всегда всего добивается. Не думаю. Очень даже не думаю. На ее постель. Я хочу принять ее в ванную. Я одеть ее халат. Я манечка. Ты извращенка. Алло. Алло. Вера, как вы? Не знаю. Скажите, вы виделись с Алиной после первого тренинга? Вера, нам нужно увидеться. Зачем? Чтобы выяснить, способна ли вы совершить убийство, а потом не помнить об этом. Как это сделать? Нужно провести сеанс гипноза. Вы обязательно вспомните или эпизод с Алоизой, или с Алиной. Нет, конечно, решать вам, но если вы сейчас откажетесь, то я вам уже больше не смогу помочь. Вера, вам нужно мне доверять. Да? Да. Почему вам, а не Владимиру, например? Так, послушайте, я не собираюсь вас долго переубеждать, это просто бессмысленно. Прислушайтесь к тому, что говорит ваша интуиция. Сделайте выбор. Но сделать его нужно сейчас. Потом будет поздно. Хорошо, приезжайте. Здрасте. Здрасте. Там дождь? Да, дождь. Проходите. Неизвестно ведь, с кем я очнусь после этого гипноза. Нормальным человеком или убийцей, да? Вера, я понимаю, что вам очень страшно, но... Насколько я разбираюсь в людях, вы не убийца. Разбирайтесь, но хотите проверить. Это не я хочу. Это вы хотите, разве нет? Вам голову надо вытереть, волосы мокрые. Давайте начнем. А что вы будете делать, если это я? В милицию поведете? Обязательно. Вера, сейчас вы вспомните тот день,
когда в последний раз видели Алоизу. На счет три вы заснете. Один, два, три. Вера, что ты видишь? Я пришла из школы домой. Ты дома одна? Да. Собираюсь уходить. Куда? Пишу маме записку. Что ты видишь? Вера, что происходит? Вера, ты просыпаешься? Вера, все, 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 успокойся, успокойся, ты проснулся. У меня был нож. Это не я. Хорошо. Это не я. Это не я. Это не я. Все. Стойте, ребята. Вот ваша клиентка. Это было при ней? Да. Спасибо. Еще один труп от доктора Германа. Угу. Или не от доктора. Туалета, ей стало плохо и упала прямо здесь. Передозировка? Документы есть? Да. Владислава Павловна. 29 лет. Спасибо. Вы уже закончили? Да. Как вас зовут? Оля. Оля, очень приятно. А скажите, Оля, за каким столом сидела потерпевшая? Она сидела вон за тем столиком. И с ней была другая девушка. И как выглядела эта другая девушка? Такая, в берете, волосы длинные, светлые, по плечам. Угу. Темные очки зачем-то. А та вторая не вот эта? Ой, я не знаю. Трудно сказать. А как они расстались? Эта пошла в туалет. А та в очках попросила счет, рассчиталась и ушла.
А потом вышла эта из туалета и упала вот здесь. Да. Спасибо. Угу. Это Вера. А длинные белые волосы? Парик. Ее все узнают. Это она убивает. Зачем? Зачем? Зачем, не знаю. Но только там, где она, умирают люди. Здравствуйте, Стас. Как вы себя чувствуете? Спасибо, честно говоря, уже намного лучше. Все готово. Спасибо. Сейчас гипноз бросать нельзя, поэтому, если вы можете, приходите сегодня в клинику. Проведем еще один сеанс. Хорошо, я обязательно буду. Угу, договорились. Стас. Да? Спасибо вам большое. До встречи. До встречи. Не сейчас. Вера, что? Вера, послушай, хочешь поехать в Египет? Что? На недельку. У нас тут путевка горячая образовалась. Ну, на двоих. И... Нет, не хочу. Вера. Не с кем. А, ну, слушай, подруга. Нет у меня лучших подруг. Ну, погоди, ну, возьми хотя бы Надю, вот. Надя, поедешь с Верой на недельку в Египет. Стоп. В чем дело? Да ни в чем, просто отпуск, лето, море. А что это ты меня так усиленно в отпуск отправляешь? Я пойду, пожалуй. Верочка, меня волнует то, что с тобой происходит, понимаешь? Что со мной происходит? Вера, я, знаешь, я хочу говорить с тобой как друг. Все-таки, Вера, тебе необходимо отдохнуть. И в последнее время ты очень взвинчена. И знаешь, я не знаю, что у тебя там стряслось, но ты последние 2 недели сама не своя. Угу. Вера. Все нормально у меня. Вера. Вера! У меня все отлично. Ой, простите, пожалуйста. Ничего. Здрасте. Добрый день. Иннокентий Петрович, есть новости. Ну, удивляй. Погибшая Алина Аскольдова в последнее время нигде не работала, но жила не бедно. По-видимому, не обошлось без богатого спонсора. Здрасте. Здрасте. Но в 89-м году она жила в одном доме с Верой Русаковой. Они одногодки и, скорее всего, знали друг друга. Так. У тебя телефон Русаковой есть? В базе есть. Звони. Да. И узнай, не жила ли в том доме наша вторая жертва. Понял. Владислава. Так, послушай, Вера, вот это в цене? Нет. Послушай, Вера, я предлагаю. Да, вот это в цене. Потом, срочно. В центре внимания. Послушай, вот смотри, в центре внимания всегда остается. Это мы уберем так, по наблюдениям экспертов. Вот, и здесь. Да, хорошо. А вот здесь поставь на это, понимаешь? Вера. Да. Вот, вот это сюда. Хорошо, давай так, все.
Прости, ничего, я... Все, все, давай, давай оставим так, все, давай потом. Верочка... Оставим так, все хорошо, все, все хорошо. Итак, вы посещаете психологический тренинг доктора Германа. Да. И за два дня среди его участников два смертных случая. Как вы можете это объяснить? Я никак не могу это объяснить. Да и добавить к тому, что все уже знают, ничего не могу. Алина ушла по своей воле. А Влада умерла от передозировки. А что вас привело на тренинг доктора Германа? У меня проблемы с памятью. Угу. Как давно вы знаете остальных участников тренинга? Я познакомилась с ними неделю назад, когда начались занятия. Раньше вы встречали кого-нибудь из них? Нет. Вы в этом уверены? Да. Как вы можете быть уверены, если у вас проблемы с памятью? Послушайте, я совершенно уверена, что ни с кем из этих людей я ранее не встречалась. А мое лицо не кажется вам знакомым? Нет. Я вел дело по обвинению вашей матери в убийстве Алоизы Анатольевны Светловой. И я допрашивал вас во время обыска в вашем доме. Здравствуйте. Здравия желаю. Добрый вечер. Солнышко, это ты писала? Ну что? Посылай, ребят. Андрей, начинайте наблюдение. Что они у вас спрашивали? Где я была вчера вечером и в ночь, когда погибла Алина, они меня подозревают. Ну, это не страшно. У меня тоже спрашивали, где я была. Да что вы говорите? Вы понимаете, что мы соучастники преступления? Мы скрыли от следствия факты, теперь никто не будет искать настоящего убийцу. А муки совести – это уже не модно, Вер. Собственно говоря, у меня к вам предложение. Просьба. Какая? Я надеюсь, вы мне не откажете. Мы ведь друзья, правда? Я подготовила материал о докторе Германе. Мне кажется, он достоин того, чтобы выйти в эфир. Хорошо, я посмотрю. Остановите машину. Машину остановите, пожалуйста. Я вас довезу. Остановите машину, я здесь выйду. Вера! Вера! Я желаю вам приятного просмотра.
Здрасте. Здравствуйте. Я очень рад, что вы пришли. Рада вас видеть. Нельзя же так убегать от лечащего врача. К тому же от спящего. Это я должен был действовать на вас усыпляюще? Я в прокуратуре была. Да. И что? Ну, допрашивали, спрашивали, была ли я знакома раньше с Алиной, Владой. Я сказала, что нет. А на самом деле? На самом деле, я не уверена. Узнаешь? Да. Это наше место. Помнишь нашу клятву? Ага. Эх, мы тогда были детьми. А я помню. Зоя, прости, у меня сейчас не лирическое настроение. Что ты хотела мне показать? Я тебе хотела показать, кто ты. И кто же я? С ней ты никто. А с тобой? Со мной ты хотя бы вспоминаешь, что ты мужчина. Зоя, пожалуйста, не надо. Послушай, ну вот внизу стоит машина. Полный бак. Давай просто сядем и убежим. Мы будем ехать, ехать, ехать. Как в кино. Да. В кино у них никогда не кончаются деньги. Она сумасшедшая, ты понимаешь? Тихо, тихо, тихо. Она не успокоится, пока всех не переубивает. Тише. Зачем тебе деньги, если ты мертв? Ну, Зоя, успокойся. Вера, я хочу, чтобы вы рассказали мне, что случилось после того, как вы убежали от Элоизы. На счет три. Раз, два, три. Вера, что ты видишь? Я дома. Врачи и милиция. Здравия желаю. Добрый вечер. Там на дверях бурое пятно. И на лестнице точно такое же. Похоже на кровь. На экспертизу я уже отправил. Понятые. Понятые, распишитесь, пожалуйста. На столе лежало. Солнышко, это ты писала? Что с ребенком? Шок. Похоже, серьезно. Понятно. Собирайтесь. Пройдемте с нами. Я ничего не понимаю. Я тоже. И вот что меня беспокоит. Что-то вы вспомнили, что-то вы вспомните еще. Но это ничего не объясняет. Ни ваших видений, ни того, что происходит с вами. Из этого я делаю вывод. Вы мне что-то не договариваете. Вера. Я не хочу вас в это впутывать. Вера. Нет. Вера, послушайте, вы абсолютно правы. Все они, Лилиана, Владимир, все остальные, все они хорошо друг друга знают. Это стало понятно после второго занятия. Что они могут хотеть от вас? Я не знаю. Мне кажется, что они хотят того же, чего хотите и вы. Чтобы к вам вернулась память. Зачем? Я думал, вы мне скажете.
Я совершила страшную глупость. Не хочу делать вас соучастником. Я сама со всем этим разберусь, ладно? Сейчас. Да, я делал запрос. Да, Вера Усакова. Послушайте, ну, если я обращаюсь в архив, значит, карточки в интернете не сохранилось. Я понял, что ничего нет, извините. Все они жили в одном доме, все примерно одинакового возраста. Ну, все, как вы говорили, дети богатых родителей, только одна Вера, а дочка дворничихи. Я все-таки уверен, что убийца Вера. Почему? Мы завтра проверим доктора Германа, и вы убедитесь, что он ее сообщник. Доктор Герман, Алеша, в ночь убийства находился у своей сестры. А Вера просто физически не смогла бы поднять тело Алины и повесить его в петлю. Знаете, Иннокентий Петрович, вы недооцениваете силу сумасшедших людей. Самых высокооплачиваемых психоаналитиков страны. Среди его клиентов политики, бизнесмены и их многочисленные родственники. Принимает Герман и более простых сограждан. Но не все знают, что блестящая карьера доктора Станислава Германа началась со смерти его первой пациентки. Римма Засулич, студентка медицинского университета. Герман занимался с ней по собственной программе. Через полгода таких занятий Римма погибла. Официальная версия – самоубийство. Проходят годы, метод Станислава Германа становится популярным. У доктора Германа гибнет еще одна пациентка – Алина Аскольдова. Также при загадочных обстоятельствах ее, как и Римму Засулич, обнаружили в петле. Однако это не мешает Герману продолжать свою практику. И следующий смертный случай не заставляет себя ждать. Владислава Марченко, найдена убитой в кафе при странных обстоятельствах. Между жертвами есть связь. Все это молодые девушки – и все они занимались по методу Станислава Германа. Напрашивается вопрос, кто следующий? Как тебе? Нравится? Красиво. Ну, я бы такого не надела. Слишком вызывающе. Ты быстро учишься. Вылитая я. 5 баллов. Ну, а вот... А вот такое. Одела бы?
Спасибо, Лоиза Анатольевна. Но мне больше нравится вот это. Верочка, это дешевый сувенир. Надо воспитывать вкус. Бери, а колечко надень. Спасибо. Ты меня радуешь. Вырастешь умницей, красавицей. И меня, старушку, не забудешь, а? Никогда не забуду. Не забуду, Лоиза Анатольевна. Ну, хватит сантиментов. That's all. Повторяем. Неправильные глаголы. Думать. To think. Угу. Смотреть. To look. Угу. Алло, слушаю. Что? Кто? Подождите. Подождите, а когда? Вы уверены? А... Но этого не может быть. Я вам говорю, этого быть не может. Нет. У нее нет никого близких здесь. На опознание. Хорошо, мы приедем. Да, мы все приедем. Зойку нашли. Она мертва. Вставай. Нас на опознание вызывают. Я никуда не поеду. Вставай! Не поеду! Тряпка. Я в коридоре подожду. Хорошо. Открывайте. Это Зоя. Вы уверены? Угу. Как это случилось? Ее сбросили с крыши дома. Ужас какой. Пойдем. Все, спасибо. Пойдем. Лилиана, большое вам спасибо за то, что согласились прийти. Угу. Если вы позволите, я задам вам буквально несколько вопросов. Пожалуйста. Я подожду тебя на улице. А вы не торопитесь. Скажите, а почему ваш муж не приехал? Плохо себя почувствовал. Все эти смерти в последнее время. Мы все, знаете, как-то не в себе немножко. Да. А вы не знаете, у Зои были враги? Да я только знаю, что она развелась недавно с мужем. Он на Дальнем Востоке остался. И, насколько мне известно, не было у нее тут... Ни родных, ни знакомых. И вы посоветовали ей принять участие в тренинге? Да. Она хотела зацепиться в Москве, я думала, ей это поможет. Ну, я понимаю. А где вы были вчера в районе половины первого ночи? В районе половины первого? Дома. И кто это может подтвердить? Муж. А мы весь вечер дома были, а что?
Владимир, а где вы были в это время? Я? Сейчас. Я всю ночь был в клубе «Синий апельсин». Угу. Человек 20 из персонала могут это подтвердить. Вы там часто бываете? Я там работаю. А я попрошу вас, Владимир, никуда из города не уезжать. Угу. И вас, Лилиана, тоже. Мы вас еще вызовем. По данным наблюдения, Вера всю ночь была у себя в квартире. Угу. Наблюдение можно снимать. Мне сейчас самое главное, чтобы они подняли бумаги на всех участников этого тренинга. Чтобы я знал о них как можно больше все. Девичьи, фамилии, судимости, биографии и на этого врача тоже. Есть. Не свистите, денег не будет. Где? Здесь. Здесь? Правда был в клубе в ту ночь? Что? Мне повторить? Ты что, меня подозреваешь? Да, представляешь? Правда был в клубе в ту ночь. Я буду ментам врать, что ли? Не совсем еще. А ты правда была дома? Да. Только-только там не было. Хм. А где же он был? Пил где-то, как всегда. Понятно. Нет. Толик? Нет, этот не сможет. Да и зачем? Не знаю. Все так запуталось. Я уже ничему не удивлюсь. Все. Пора с этой историей заканчивать. Позвони ей. Вызови на разговор. Ой, сколько этих разговоров было уже. А ты ее в старую больницу пригласи. Это что за бредовая идея такая? Там такой антураж из детства. Она вспомнит, расскажет все, что знает. Алло, Вера? Это Лилиана. Жду вас через час на улице Заречная, дом 5. Объясню все при встрече. Объясню все при встрече. Пока. Поехали. Станислав Герман. Здравствуйте. Здравствуйте, вы ко мне? Да, мне нужно с вами поговорить. Здравствуйте. Это касается Веры Русаковой. Что это? Вере Русаковой угрожает опасность? Да-да. А кого вы подозреваете? Участников тренинга. Оставшихся участников тренинга. Добрый день. Здравствуйте. В чем это выражается? В каких-то действиях? Ну да, там все написано. Угу. Здесь же нет ничего конкретного. Какие-то рисунки, горгоны, какая-то женщина в шляпе.
если оно вообще существует, а не плод чьей-то фантазии. Что вы предлагаете? Дождаться очередного трупа? А вы подпишите. Спасибо. Вот теперь послушайте меня, Станислав. Сейчас у нас нет никакого формального повода для начала действий по Вере Русаковой. Угу. Но если вы, как частное лицо, ее лечащий врач, сейчас поедете к ней, и там что-то не так, вы нам звоните, и тогда мы сможем начать что-то делать. Всего доброго. До свидания. Странное место вы выбрали. А здесь тихо. Спокойно. Я, Вера, знаете, так устала в последнее время. Пришлось взять на себя заботу о похоронах. У девочек здесь никого не было. Две могилы уже есть. Теперь надо и третью готовить. Зачем вы мне звонили? Вы курите? Хватит. Вера, все умирают. Сначала старуха, потом ваша мама, теперь вот девочки. А кто убийца, Вера? Что? Следующий, кто? Кто ты такая? Кто ты такая? Вера! Знакомьтесь, доктор Станислав Герман. Один из самых высокооплачиваемых психоаналитиков страны. Среди его клиентов политики, бизнесмены и их многочисленные родственники. Принимает Герман и более простых сограждан. Но не все знают, что блестящая карьера доктора Станислава Германа началась со смерти его первой пациентки. Римма Засулич, студентка медицинского университета. Герман занимался с ней по собственному. Thank you.
Очень круто. Что дальше? Дальше? Дальше в Ментенхосте. О, смотри-ка. У нас с тобой целые сутки остались. Мне уже не важно, вспомнит она, что мы это мы или нет. Главное, шкатулка. Едем к ней? Да. Что у вас с телефоном? Я не могу вам дозвониться целый день. Я сумочку потеряла. Вы можете расплатиться? Да, конечно. Расплатитесь. С вами точно все в порядке? Все хорошо, водитель ждет. Кстати, классный материал. Вам за него, наверное, здорово заплатят. Какой материал? Интересный у вас способ добывания информации. Да у вас тоже ничего способ. Думала, встретила человека без скелета в шкафу, ошиблась. Ключи. Поехали. Делаете, а? Так, а где кольцо? Какое кольцо? Это чье? Ну, смотрите. Я вам устрою. Колония по вам плачет. Отдайте, вы пошутить хотели. Кольцо верни. Не видели мы никакого кольца? Даю вам время до завтра. Принесете мне кольцо. Иначе у вас будут большие неприятности. И девочку не трогайте.
Вера, вы извините нас за столь поздний визит, но нам надо поговорить. Вера, ну мы же знаем, что ты дома. Уходите. Уходите. Я в ваши игры больше не играю. Хватит с меня. Сегодняшней встречи. Какой встречи? Нашей с вами встречи. Вера, я ничего не понимаю. Мы с вами сегодня не встречались. Что значит не встречались? А заброшенное здание? А женщина в шляпе? Вера, мы с Володей пришли к вам, потому что вы уже несколько дней не были на тренинге. На телефонные звонки не отвечаете. А Зоя? Зоя умерла. Зоя? Зоя жива. Вера, откройте дверь, пожалуйста. Но мы же не можем это на лестничной клетке обсуждать. Мы хотим вам помочь. Вера, ну не будь ребенком. Не надо со мной так разговаривать. Я вспомнила вас. Я вас прекрасно помню. Очень хорошо. Но кое-что ты не можешь помнить. Твоя мама, она невиновна. Хочешь узнать, как все было? Уходите. Вера, ты не хочешь узнать, что тогда у Алаизы произошло? Я хочу, но не сейчас. Давайте встретимся завтра. Завтра будет поздно. Где шкатулка? Что? Какая шкатулка? С горгоны на крышке. Я не знаю. Знаешь. Я... Просто отдай эту шкатулку, какая... и мы уйдем. Какая шкатулка? Где шкатулка? Я не знаю. Куда ты ее перепрятала? Я ничего не прятала. Помогите! Пусти! Может, она видела бабку? Ну и что? Мы дети. Она все равно ничего не докажет. На нас никто не подумает. Но если кто придет сюда без меня... Пошли.
Лена! Нам нужно алиби. Сейчас поедем в клуб, засветимся. Там много народу. Что? Ничего. А вдруг она правду сказала? Почему? Ну, может, она действительно не знает, где клад. М? А кто тогда знает? Останови машину. Зачем? Сигарет хочу купить. За отъезд. Да? Ну, здравствуй, дорогой. Здравствуй, родненькая. Солнышко, а ты ничего не хочешь мне рассказать? Конечно, хочу, Занька. Конечно. Ну, так расскажи, котик. Знаешь, мне Зоя перед смертью одну интересную вещь сказала. Я вся внимание. Чем выбор правильный отличается от неправильного? Ну, просвети меня. Так вот ты, это неправильный выбор. И какой же правильный? Правильный? Правильный уехать отсюда, чтоб всех вас не видеть. А ты, ищи сокровища. Ищи. Все равно ничего не найдешь. Это почему же? Почему? Да потому что нет их больше. Представляешь? Нет. Все вышли. Толечка, ты устал. Давай встретимся, все обговорим. Нечего обговаривать. Не зли меня, котик. Ты уедешь только если я тебе разрешу. Через полчаса я буду дома. А я не дома. А где же? Под нашим мостом. Прощаюсь с местами молодости. Жди меня там, я скоро буду. Алло. Вова, а где моя жена? За сигаретами пошла. А, за сигаретами. Ясненько. А вы там как? Все клад ищете? Ищем. Да? Ну, можете не искать. Что? Ты что-то знаешь? Зойка все перепрятала.
Так что это ваша карма – сдохнуть в поисках того, чего уже нет. Хотя вы и так мертвецы. Суетливые мертвецы. Зоя. Так это ты ее. Знаешь, Вов, мы теперь с тобой в некотором роде коллеги. Толик, где ты сейчас? Я под мостом. Под нашим мостом. Приезжай. Вспомни молодость. Помнишь, как мы с тобой рыбку ловили? Дождись меня. Я из-за тебя на работу опоздаю. Извини, очередь. Станислав Герман. Да. Я сейчас у Веры Русаковой. На ее жизнь только что покушались. Оставайтесь там. К вам скоро приедут. Пошел, 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 пошел. И запомни, никакой самодеятельности. Если я их первый беру, я тебе звоню. Но ты мне тоже отзванивайся. Все, хорошо, хорошо. Ребят, по машину поехали. Они меня ненавидели. Все детство издевались надо мной. По двору гоняли. И они 100% что-то знают про маму. Так, мне нужна тетрадь. Ручка. Дайте сюда. А? Дайте, дайте сюда этот диск. Где у вас мусорка? Там. Все, пора забыть про тетради, диски. Хватит. А что произошло на самом деле? У нас был роман. Студенческий. Я учился на хирурга, она на психотерапевта. У нее была наследственная шизофрения. Она пыталась с этим бороться, разработала свой метод. Родня же мечтала ее изолировать, но там по своим причинам. В какой-то момент она не выдержала. Потом я перевелась с хирургии на психологию, ну, чтобы как-то с этим справиться, там, память о ней. Ну, а теперь я уж без этого не могу. Вот как возник уникальный метод, доктор Герман. Послушайте, не существует никакого уникального метода. Это только на заре буйной юности тебе кажется, что ты можешь что-то такое изобрести, что спасет все человечество. Ты просто работаешь. И или становишься, или не становишься хорошим специалистом. Дело не в методе, дело в человеке. И что, ни в кого больше не влюблялись? Почему же? Влюблялся. В кого? Тебе.
Привет, милая. Привет, дорогая. Где тебя носит? Давай быстрее. Ну, знаешь, дела были. Гримерка свободна. Вау. Ты решила поменять ориентацию? Девочки, скоро верну, пока он мой. Правда, Вовочка? Приветик. Добрый вечер. Так, ну давай, отдыхай, я скоро. Привет. 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 Ты будешь? Нет, я после концерта. Добрый вечер, Анатолий Семенович. Пустите его. Проверь чемодан. В отпуск собрались? Да. В отпуск. В Крым, наверное. В Крым. В эту... Балаклаву. Да. Там хорошо. Рыбка свежая. Забыл, как называется. Маленькая такая. Кто? Рыбка. Так, да, барабулька. Точно, барабулька. А ваша жена уже там? Так, послушайте, я ничего без адвоката говорить не буду. Адвокат тоже в отпуске. Представляешь? А меня не пускают, пока дело не закончу. Так что давай, рассказывай. Потом оба отдохнем. Увидимся в зале, детка. Все. Да. Свободен. Вера, мне хочется вам верить, но все, что вы здесь написали, по крайней мере, формально не может снять подозрений ни с вас, Станислав. Вот если бы ее убили, она была бы вне подозрений. Вот под ее ногтями были обнаружены частички кожи и ворсат одежды. То, что мы искали. Вот примерно вот такой, как у тебя. Я не убивал ее, честно. Я верю, верю. Но если не ты, тогда кто?
Она сама. Да ладно, сама. Рассказывай. То есть скажи мне, пожалуйста, только одно. Зачем ты женился на этой стерве? Ой, Зоя, ну не сейчас только, я тебя умоляю. Так хотелось работать у ее папы в министерстве? Нет, очень хотелось работать у твоего папы на заводе. А ты помнишь, старуха говорила про карму? Твоя карма в том, чтобы все время делать неправильный выбор. Это наша общая карма. Вот теперь имеем, что имеем. Вы зря ищете. Все давно похоронено под землей, и нет ничего. Чего? Я все перепрятала. Да ладно. Чего ты с нами возишь тогда? Или ты хочешь таким образом отомстить Лилиане? Ой. Нет, тебе удовольствие доставляет, да? Смотри, как мы здесь перегрызем друг другу глотки, да? Из-за несуществующих богатств. Дурак ты. Только не говори, что все это из-за меня. Поехали. Ну, поехали. Правда? Правда? Да правда, правда. Честно? Давай, поехали. Скажи, где спрятал сокровище, да? Да? Чего смеешься? Ты сейчас тоже будешь смеяться. Чего? Чего ты смеешься? Ты понимаешь, я же спрятала все в катакомбах, там, где мы малыми играли в партизан, помнишь? Так снесли же их там. Ну да. Там вход в метро построили. Ну. Знаешь, я пришла шкатулку забирать, смотрю, а там стройка. Это… Это правда? Да, честное слово. Знаешь, то есть стены снесли, и все, вход закрыт в тоннель. Какой идиотизм! Скажи! Толь, поехали! Нет, я тебе не верю, ты врешь! Честное слово! Толь, поехали! Отстань от меня, дура! Тебе что, мой номер не понравился? Ну что ты, дорогая, ты была неотразима. А чего ж тогда уехала? Не досмотрела до конца. Да, дела, знаешь ли. А ты чего сюда приехал? Так, молодость вспомнила. А ты? А, тоже, видишь ли, ностальгия. А где наш друг Анатолий? Может, выходить из засады? Вовочка, ты спятил? Вы решили меня убрать! Плохо. Толик! Дружище! Ленин завещал делиться! Толик! Здесь нет Толика. Ты думаешь, я поверю в байку о том, что Зоя перепрятала шкатулку? Да? Убери пистолет.
И давай поговорим спокойно. Вы вот этими руками сделали всю грязную работу и решили меня кинуть. Идиот. Я не знаю, где Толик. Он мне позвонил. Сказал, что сваливает. Назначил встречу здесь вот. Может, Зоя сказала ему, где шкатулка? Он решил ее грохнуть, свалить с деньгами. Родной, пистолет убери. Говори мне правду, где бабки? Где бабки? Я правду сказала! Правду! Толик, дружище, ну выходи уже! Толик, солнышко, выходи! Солнышко, Толик! Солнышко! Пожалуйста, пожалуйста, не заставляй меня тебя убивать. Пожалуйста. Скажи, скажи. Послушайте, я не хочу с ним разговаривать. Вера, я понимаю, что вам тяжело, но только вам он ответит. Я вас прошу, помогите. Трубку не берет. Ждите. Здравствуй, Верочка. Здравствуй, Вова. Где Лилиана? Вов, где Лилиана? А с каких пор, Верочка, ты стала интересоваться судьбой Лилианы? У меня есть информация. А у меня есть для нее информация. Ну, наконец-то. Хотя бы у кого-то есть хорошие новости. А то, знаешь, Вер, в последнее время какой-то напряг у всех. Где Лилиана, Володь? Она умерла. Представляешь? Только что. Скоропостижно, можно сказать, скончалась. Вов, зачем вы убили Алоизу? Зачем? Ты случайно, Вер. Знаешь, просто пошли поговорить про тот ножичек. Помнишь? Потяни время. А кто там у тебя суфлером работает? Господин великий следователь, вы можете присоединиться к нашей беседе. Владимир. Да. Вы попали в абсолютно безнадежное положение. Я вам рекомендую явиться с повинной. Огромное спасибо за предложение. Но у меня в запасе есть еще один неожиданный ход. Дайте трубку Верочке. Вера, возьмите трубку. Возьмите. Пишешь? Да. Вера, прощай. Как-то глупо все получилось. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Царь велел тебя повесить
Но царица не дала и повесила царя. Алло. Алло, ты его засек? Да. Поехали. Поехали. Он стоял вот здесь. След обрывается у кромки воды. Спасибо. Но очевидно, что после выстрела он упал в воду и тело унесло течением. Ну, конечно, если он выстрелил себе в голову, должны быть следы. Но он мог выстрелить себе в сердце. Или был другой угол наклона. И течение здесь очень быстрое. Я вызвал водолазов. На всякий случай. Пусть поищут. Ну, пусть поищут. Вов, зачем вы убили Алоизу? Да случайно, Вер. Знаешь, просто пошли поговорить про тот ножичек. Помнишь? А кто там у тебя суфлером работает? Хорошо, я расскажу. Только я хочу сразу заявить, я никого не убивал. Это получилось случайно. Случайно? Да. Да, случайно. Непреднамеренно. Хулиганы и налетчики. Ну, что скажете? Мы пришли извиниться. Мы все осознали и больше так не будем. Ну, хорошо, если осознали. Проходите. Прочту вам лекцию о дружбе и любви. А разве тебя не учили, что в чужом доме трогать руками без разрешения ничего нельзя? Да? Перестань. Простите. Угу. Как здесь красиво. Ух ты. Это серебро, да? Поставь на место. Вот видишь, это называется карма. Любое действие имеет последствия. Если ты сейчас поступаешь плохо, это обязательно вернется к тебе. Вот ваш нож. Но возвращать его я не собираюсь. Как? Но вы же обещали. Да, да, так нечестно. Взрослые не должны обманывать детей. Тихо, тихо. Неужели вы думали, что я отдам вам холодное оружие? Я вижу, у вас совсем мозги набекрень. Это не игрушка. Предлагаю заключить договор. Я не скажу вашим родителям, чем вы занимаетесь, а вы оставите Веру в покое. Нож я оставляю у себя. Морали читать не буду, думаю, бесполезно. Адас!
Доброе утро, спящая царевна. Привет. Надо вставать. Пора на субботник. Сегодня же пятница, у меня выходной. Неважно. У царевны выходных не бывает. Ну? Прошу. Ты как хочешь, я большой или большую, маленькую? Я же большой. А я маленькую. Ну что, с чего начнем? Не знаю. О! Прекрасно. Так и, по-моему, получше. Ну что, поехали? Да. Ну что, по-моему, неплохо. Только краска кончилась. А у меня на кухне еще есть. Я схожу? А давай. Стой! А? Стой! Раз, два. Три. Добрый день, это Станислав Герман вас беспокоит. Да, здравствуйте, Станислав. Простите, что так часто звоню. Ничего. Его не нашли? Нет, не нашли. Здравствуй, Вер. Никак не могу тебя забыть. Вы не волнуйтесь, Станислав, дело найдется. Будем надеяться. Судя по картине событий, его уже нет в живых. Да, ну извините, Бога ради, что беспокою вас так часто. Всего доброго. До свидания. Пойдем со мной, прекрасная нимфа. А то я превращу тебя в горгону. А ты не забыл, что от взгляда горгона можно окаменеть? Нет. Это ты забыла о том, что горгоне в конце всегда отрубает голову. Брось трубу. Верочка, ты знаешь, когда человек берет в руки пистолет, он должен быть готов выстрелить. Брось трубу. Ты готова? Стреляй. Знаешь, мне все так надоело. Стреляй, ну что же ты? Давай. Итак, сегодня речь пойдет о карме – вселенском законе причины и следствия. Согласно этому закону, ни один из поступков, совершенных человеком, не проходит бесследно. Мы каждый день совершаем выбор, определяющий нашу дальнейшую судьбу. Об этом наш следующий сюжет. Мой подзащитный отказывается давать какие-либо показания, пока его не переведут в другую камеру.
А вы думаете, в другой камере к нему лучше будут относиться? Хорошо. Мы переведем его в другую камеру. Еще условия будут? Спишь нормально? Кошмары не мучают? На сон не жалуюсь. Ну, давай. Рассказывай. Это, конечно, все будет непросто, но шансы есть. И очень хорошие. Лили, ну какие шансы? Если она до сих пор ничего не вспомнила, с чего ты взяла, что теперь что-нибудь изменится? А у меня есть план. Иначе зачем бы я вас всех тут собрала? Я нашла очень хорошего психотерапевта. Он разработал некий метод психологического тренинга. Я была у него недавно, он сейчас как раз набирает группу. Если завтра-послезавтра вы все к нему запишетесь, останется только одно – загнать туда Веру. А она у нас девушка впечатлительная, поэтому, я думаю, с этим проблем не будет. К психологу ходить? Вот еще. Нафиг надо? Ну, ради 10 миллионов, то, наверное, надо. Ну и что это нам даст? А даст нам это следующее. С помощью доктора Вера все вспомнит. А рядом с ней в этот момент будет находиться прекраснейший из мужчин, в которого она, я надеюсь, очень быстро влюбится. Этот мужчина будет нам сигнализировать о ее состоянии. А что за принц? И что дальше? А дальше Вера вспомнит, куда она спрятала клад. Наведет нас на этот клад. Но остальное дело техники, потому что рядом с ней будет наш агент, да? А с чего ты вообще взяла, что это она перепрятала? Может, это кто-то из нас? Ну, потому что, Зоенька, спустя 18 лет, по-моему, никто из нас так и не живет где-нибудь на Канарах в собственном замке. В общем, мне все это не нравится. Мне тоже. Девки, ну чего вы, а? Ну прикольная тема. Толик. Анатолий. Короче, даже если мы не найдем бабки, ну поприкалываемся, как в детстве, а? И напоминаю, если вдруг кто-нибудь случайно забыл, мы повязаны, хоть и не виделись давно. Память-то вам, как Верки, не подшибала, правда? Поэтому советую, настоятельно рекомендую от коллектива не отбиваться. Только ради тебя. А мне иногда снится тот рисунок. Представляешь, Горгона? Представляю. Вот глянет на тебя, и ты окаменеешь. А мы возьмем и отрубим ей голову. Между прочим, Горгона когда-то была прекрасной девушкой. Да. Да. А потом в нее влюбился один бог и возжелал с ней возлежать. Возжелал возлежать. Возжелал возлежать. Но место выбрал не очень подходящее – храм Афины. В общем, Афина разгневалась и превратила прекрасную девушку в страшную Горгону. Та спряталась на краю земли от людей, ну, чтобы не докучать. А Афина и там ее нашла и послала Париса, который отрубил ей во сне голову. Вот. Прям страсть-мордасть. Да уж. Ну что, место подходит? Вполне. Давай.